Привет ценителям всего свежего, вкусного и полезного. Если вы любите яркие фреши, но никак не можете начать готовить их дома, значит, у вас до сих пор нет центробежной соковыжималки Kitford КТ-1144. Этот симпатичный аппарат превращает фрукты и овощи в заряд энергии, а кроме того, сохраняет все полезные витамины и минералы. Центробежная соковыжималка крайне проста в управлении. Все, что вам нужно регулировать, это скорость отжима. Их две. Выбирайте нужную в зависимости от твердости продукта. Принцип работы прибора тоже прост и эффективен. Продукт попадает в мелкий сетчатый фильтр с острой теркой. Он представляет из себя центрифугу, которая вращается на высоких оборотах, отделяя сок от жмыха. У соковыжималки широкая горловина, то есть вы можете использовать крупные продукты без нарезки. После использования соковыжималки ваша кухня останется чистой. От разбрызгивания сока во время работы предотвращает специальный носик, погруженный в мерный стакан. Некоторым не нравится пена, которая образуется в процессе отжима. Не волнуйтесь, ваш сок она не попадет. В этой модели крышка мерного стакана оснащена сепаратором, который отделит пену от напитка. Соковыжималка собирается и разбирается легко и быстро. На это уйдет примерно 1 минута. Если вы что-то сделаете неправильно и соберете прибор как-то не так, он просто не запустится благодаря системе блокировки включения. И если вы все еще не пьете свежевыжатые соки на ежедневной основе, то повторю диагноз. Вы до сих пор не приобрели центробежную соковыжималку Kitford КТ-1144. Исправляйтесь, а я пойду заряжаться витаминами. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!